Друзья, всех приветствую. Начну с того, что недавно я приобрел СВП больших размеров. Раньше я похожими работал, но потом они куда-то исчезли. А тут появились, да еще и со знаком качества. Вот я и решил их протестить. И заодно проверить, насколько они хорошие. До этого я публиковал сборку ступеней в коротком видео. И многие пишут, что система хорошая, и у них есть другие системы для разных видов работ, в зависимости от плитки. Здесь же даже клинья необычные, с прорезью посередине, для вида перекрестий, и вот с таким вот ребром жесткости. Ну что ж, попробуем отработать этой системой. В принципе, зажимает хорошо. Данная система идет в 1 мм, а подковы для контроля шва в 2 мм. Так как здесь теплый пол, швы должны быть от 2 и более мм. Хотя есть места, где я делал 1,5 мм, но это в особых случаях. Вы только посмотрите, как они отрабатывают. Пластик довольно-таки жесткий и зажимает легко. Ну и после того, как мы зажали плитку, пластик на СВП не растягивается и остается в том же положении, как мы его затянули, неограниченное время, что дает нам гарантию на качество укладки. Такую систему я нашел пока что у компании Руси. Да, интересно, а как она будет сбиваться? Как вы видите, сбивается очень легко, даже спустя пару дней. И создается ощущение, что ножки системы остаются в швах. Но на самом деле система настолько хрупкая, что рассыпается при ударе на несколько частей. Ну и мелкие части пластика приходится убирать вот таким вот способом. Так что они выбиваются отлично. Но есть вот такой вот небольшой недостаток. Многие писали, что система действительно хорошая. И у них еще есть много продукции. Но я выписал себе СВП пока что на 1,4 мм. Ну и вот такие вот клинья. Красного цвета и чуть позже покажу белого цвета. Эти гораздо меньше размером, те, что я применял на полу. Но тем не менее протестю и их. Друзья, по вашим рекомендациям я попробую эту систему в работе. А также я увидел рекламу по этой системе у Сереги на канале «Качество». Да, у них очень большой ассортимент. Правда, я другой системой работаю. Но если вы хотите, то я достану всю их продукцию и сделаю небольшой тест. Как говорится, посмотрим, пощупаем, что за продукт. Но пока что он меня не разочаровал. Ну а ссылку, где я их приобретал, я оставлять не буду, чтоб не казалось за рекламу. Ну что ж, посмотрим, как эта система сбивается. В отличие от большой, эта система удаляется полностью и ничего не остается в швах. Ну а кто пользовался или пользуется этой системой, можете написать, что вы думаете про данную систему. А у меня на сегодня все. Всем пока, спасибо за внимание.